Под Минусинском собрались любители экстремальных гонок. Там прошел джип-спринт-фестиваль «Тагарская топь». Прокатиться по бездорожью вызвались команды Хакасии, Красноярского края и ТВИ. За происходящим понаблюдал Никита Андреев. Рев моторов, грязь, летящая из-под колес и буря эмоций. Минусинская земля вновь принимает фестиваль «Тагарская топь». 3 дня на дистанцию по очереди выходили внедорожники разных моделей и даже мотоциклы. Кстати, в этом году помериться силами с заядлыми гонщиками решили женщины. Валерия Казаченко на соревнованиях постоянный гость. Ее супруг давно увлекается необычным видом спорта, но раньше женщина была в группе поддержки. Сегодня же решила сама сесть за руль. Сейчас же женщины все за мужчинами повторяют, все могут. За рулем я больше 15 лет. Надеюсь не сломать машину мужу, не сжечь сцепление, потому что, чтобы он поехал в стандарт плюсе, это раз. Ну и хочется хоть несколько кругов проехать, не застрять. Муж совсем не против такого увлечения. В семье даже купили вторую Ниву. Как более опытный пилот, Виталий дает последние наставления перед стартом. Надо делать все спокойно, обдуманно, не торопиться, слушать штурмана, что он тебе говорит, подсказывает. Протяженность трассы около 5 километров, но вот каких. Каждый участок хранит интригу. Взлеты и спуски, повороты и заносы. Такое выдержит далеко не каждый автомобиль. Такой спорт далеко не для всех, говорят участники, но если попробовал, то это на всю жизнь. Экстрим, адреналин, эмоции просто зашкаливают, когда на трассе. Вот когда смотришь со стороны, это совсем не то. Адреналин, грязь поместить, как-то, ну просто какое-то мое, хочется в этом поучаствовать. Фестиваль «Тагарская топь» уже можно назвать традиционным. Экстремальные гонки проводятся в 5-й раз и с каждым годом привлекают все больше участников и зрителей. Растет и призовой фонд. Это очень масштабный фестиваль, потому что на юге края такого фестиваля нет нигде. Ни в Красноярске, нигде, ни в ТВ, ни в Хакасии. И у нас и призовой в этом году там мега просто. Лодка будет под мотор за 85 тысяч, прицепы автомобильные, там лебедки. Много призов, много компаний участвует. Сезон только начался, значит гонок будет еще много. Механикам скучать точно не придется, ведь, как говорят гонщики, любишь кататься, люби и технику чинить. Никита Андреев, Арсений Симонов, Вести, Хакасия.